Еще один амбициозный проект запланировали в Одесской мэрии. Вслед за домом Русова и домом Либмана реставрация ожидает дом Гоголя. Первоначальная задача, которую намерена выполнить профильная комиссия, нужно оценить состояние архитектурного сооружения. А оно весьма плачевное. Мало того, что люди здесь не живут, но они, здания, находятся в таком активном деградационном процессе. Позапрошлой весной в доме Гоголя едва не произошла трагедия. В здании рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже. Старинный декор в нескольких помещениях был уничтожен. Никто не пострадал, лишь только потому, что долгие годы в аварийной части здания никто не живет. Впрочем, спасти памятник архитектуры и истории еще можно, говорят эксперты. Первое – это должны быть первоочередные работы, чтобы укрепить то, что мы имеем. Второе – законсервировать. Потому что быстро решение, и даже бюрократические, я не говорю только даже вопросы проектирования, согласования, бюрократические дальше вопросы, они затянутся, а здание деградирует. Дом Гоголя сейчас полностью выкуплен, его владельцы живут в США и на контакт не выходят. Телеканал «Репортер» обещает следить за судьбой знаменитого особняка в центре Одессы.